лекарств, никаких успокаивающих. Я купила бы у вас. Ничего нет. А кто вы? Кто я? Да. Коля Махорина мама. Угу. Ты приезжал, знаешь, сынок? Я его забыла. Так у него машина своя. Приезжал, він оперет якось. А так, я, ну я, Александр Иванович, конечно, як? Це саме наш. Всю жизнь проходим на ячейку, до нас ячейку, у нас була ячейка. Я ж упала, Александр Иванович. Упала, там коло туалета, півчаса лежала, не могла. Так що тут синяки у мене, тут я нагаяла. Я ще страдаю. Ну ничего, Господь говорит, потерпевший до конца спасется. Я люблю Господа Бога, я верю Господу Богу, вот. Я служу Господу Богу. Слава Богу. Слава Богу. Очень трудно жить одна. А мы вдвоем, я вдвоем, с Иисусом вдвоем. Да я что же. Вот так, так что я не Богом, один. Я одна, я... Вот. Беседую, рассказываю ему все. Вот и хорошо. Это тот, кто всегда и выслушает, и поможет. Знаю, я знаю. Я люблю Бога, Бог. Я верю в Бога. Ну, когда Иван Иванович был, то он... Как-то сейчас тише приходил. Я страдаю там у питания, как у меня соседи. Вот невесточка моя. Племянника Жиночка помогает, соседи. Она не мешает, кстати. Не, нормально, нормально. Александр Иванович, да. Вот я что, приезжал, я же помню, да была же уже, я помню нашу мату. А Иван Иванович сказал, я не поеду. Он приезжает, Светлана Григорьевна, до меня. Ну что ж. Когда, не дай Бог, что-то случится со Светой, что он будет делать? Так, вот он и уехал. И я думаю, что он правильно сделал. Ну, мне кажется, что Игорь только...